журналистики Северодвинска. Желают, чтобы не было войны, ветераны и внуки вместе вышли на Площадь Победы. В душе гордость, в руках портреты героев, колонну бессмертного полка встали тысячи горожан. Форма сороковых, боевая техника и исторические экскурсии в военный городок превратили сквер ветеранов. 2568 раз северодвинцы отжались за каждый мирный день после войны. Так многолюдно на главной площади города, пожалуй, не было никогда. Вы смотрите специальный выпуск «Вестника Северодвинска» в студии Владимир Богомолов, и мы начинаем. Желающих пройти в праздничной колонии оказалось вдвое больше, чем планировали организаторы. Еще около 2000 служащих предприятий города приняли участие в шествии в честь 70-летия Победы. И это не считая тех, кто чеканил шаг в военном строю. А вот самые почетные зрители по традиции за парадом наблюдали сидя. Кажется, сама погода подготовилась к празднованию юбилея Великой Победы. Такого не только солнечного, но и теплого 9 мая северодвинцы не помнят уже много лет. Красиво очень, торжественно. Богом дана, наверное, сегодня погода в честь наших участников войны и всему нашему народу. Поздравляю всех с Днем Победы. Желаю здоровья, благополучия и всего самого-самого наилучшего. При подготовке к празднованию Великой Победы организаторы в первую очередь рассчитывали не на количество и массовость, а на качество проведения торжеств. Тем не менее, желающих встать в праздничную колонну оказалось в два раза больше. Сегодня в шествии принимают участие около 2000 северодвинцев. Тех, кто пришел просто посмотреть на праздник, в разы больше. Советским воинам самые почетные места. Сегодня в Северодвинске живут 235 участников Великой Отечественной войны. На Площадь Победы парад пришли посмотреть самые крепкие. Ой, безумно понравилось, до слез. Все время сидела, слезы самопроизводно сдерживают и текут, и текут, и текут. В 45-м я была дома, мамочка пришла с ночной смены. Девчонки, я сестра у меня, вставайте, победа, кончилась война. Больше всего их радуют не торжественные речи, а внимание и теплые слова внуков. Поздравляю всех ветеранов с Великой Победой. Спасибо за то, что наше детство проходит в безопасности, за то, что мы живем. Спасибо вам огромное. Я до бесконечности вам благодарна. Поздравляем с Днем Победы. Наших любимых ветеранов. Желаем здоровья. Всего самого наилучшего в этот светлый и радостный день. До слез пронзительно. Давно такого праздника не было. Большое спасибо администрации, большое спасибо всем жителям, горожанам за то, что откликнулись. Вот такой призыв «Бессмертный полк» – это грандиозное, мне кажется, событие для нашего города. Павлу Васильевичу Лапшинову скоро 96 лет. Призвали в армию в 1939-м. Тогда ему было 18. Каждый год он приходит сюда вспомнить о тех, с кем воевал плечом к плечу. Победу в 45-м встретил в Молотовске. Я желаю, чтобы войны не было. Эту войну завоевали наши солдаты, офицеры, вообще весь народ. Сегодня равнение на тех, кто не жалел себя ради приближения победы в далеком 45-м, держали моряки Беломорской базы, ветераны горячих точек, кадеты и военно-патриотические клубы. Парад плавно перешел в масштабное театральное действие. И снова воспоминания уже о первых мирных минутах после войны. Даже само небо над Северодвинском окрасилось в яркий цвет победного знамени. Среди его наград – Орден Отечественной войны, медали за оборону Заполярья и за победу над Германией. В 1943-м Сергей Николаевич Табанин ушел добровольцем на фронт, окончил спецшколу в Полярном, стал гидроакустиком и участвовал в 10 боевых походах на подводных лодках Северного флота. Сегодня Сергей Николаевич – один из самых активных общественников. Каковы впечатления от происходящего на площади у самих ветеранов? Елена Подольская. Сколько вам было, когда вы воевали? 17 лет, 18 встречал у новой земли на глубине 20 метров на подводной лодке. Ваши впечатления от сегодняшнего парада? Конечно, бессмертный полк первый, а потом воинские части на сегодняшний день намного лучше, чем были раньше. Как вы считаете, что необходимо делать для того, чтобы молодые помнили о нашей победе?
надо, чтобы об этом чаще им напоминали. Память ослабевает, но если напоминать, закрепим. Вот когда вы смотрели выступление, танцевальное выступление наших ребят, о чем вы думали? А мне бы так поплясать. Спасибо вам большое, с праздником! Еще около 5000 человек встали в строй бессмертного полка. Возглавили его участники акции «Бессмертный полк». С портретами своих родных и близких северодвинцы прошли по проспекту Ленина и площади Победы. В колонну бессмертных героев встала и моя коллега Марина Хохлова. 1200 историй. За каждым портретом стоят дети, внуки и правнуки. У каждого солдата, кто не дожил до этого дня, своя уникальная судьба. Сергей Постников встал в строй впервые. Сегодня северодвинца охватывает двойная гордость. Автограф его деда высечен на Рейхстаге. Солдат воевал на Курской дуге, на первом, на втором белорусских фронтах и штурмовал Берлин. Он ушел в 2000 году. И я хорошо помню, как он рассказывал все истории, как он воевал. 9 мая собирались постоянно. Красивые, жизнь провел. Впервые бессмертный полк прошел 9 мая 2012 года в Томске. Сегодня акция охватывает уже более 500 городов в 7 странах мира. Многие участники несут сразу по несколько портретов. Великая Отечественная коснулась каждой семьи. Иван Александрович прошел финскую, отечественную и японскую еще рядовым пехотинцем. Представляете, что такое? Вот. Имеет благодарность от Сталина. Не снимая служебную форму, в ряды полка встают и представители закона. Инспектор ГИБДД Иван Антонюк несет портрет деда. Командир пулеметного взвода с войны вернулся в звание капитана. После продолжил службу в нашем городе в питомнике служебных и розыскных собак. Благодаря бессмертному полку мы можем своих дедов и прадедов, родственников поставить в этот строй. Я думаю, если бы они были живы и дожили до настоящего времени, они бы были бы очень рады этому. Ура! С праздником! Ура! Ура! Победителям ура! Ура! Колонну полка возглавляют военные реконструкторы клуба «Северная Двина». На ходу боевая техника, за ним пехота северодвинцев. Я пройду со своим прадедушкой Драгуновым Станиславом. Он, как сказать, это мой любимый прадедушка. Я думаю, сверху он смотрит на меня и гордится, что я пошел, и я о нем помню. Старт у Дворца молодежи «Строитель», затем по проспекту Ленина и бессмертный полк на главной площади города. С трибун на фотографии смотрят ветераны. Благодаря акции 70-ю годовщину Победы сегодня празднуют все. Карельские, ленинградские, белорусские фронты, рядовые сержанты и капитаны. На портретах люди, погибшие в боях, и те, кому все же удалось узнать о победе. Разные поколения, разные судьбы, но сегодня это единый полк. Полк бессмертных героев. Марина Хохлова, Семен Семигулин, Вестник Северодвинска. Доблестно жившие, смерть сокрушившие, память о вас никогда не умрет. Всероссийская акция «Бессмертный полк» берет свое начало с 2012 года. Северодвинск присоединился годом позже. Тогда с портретами своих героев прошли 170 северодвинцев. В 2014 году уже 700 человек. Об итогах сегодняшней акции сейчас расскажет координатор «Бессмертного полка» в Северодвинске Андрей Зайцев. Да, действительно, с каждым годом колонна становится все больше и больше. Андрей, расскажите, сколько сегодня людей встало в строй «Бессмертного полка»? Сегодня, да, рекорд за все три года, которые существуют в нашем городе, акция «Бессмертный полк». Мы предварительно прикидываем, что больше 5000 человек в строю «Бессмертного полка» сегодня. Портретов напечатано больше 1200. И если учитывать, что и предыдущие года взять, да, то, что люди выходят и с транспарантами прошлых лет, то примерно 1500 фронтовиков было в строю полка. С чем связан такой ажиотаж, что даже пришлось раньше прекратить принимать заявки? Ну, ажиотаж связан с тем, что практически в каждой семье, практически каждой семьи касается эта тема, да, Великой Отечественной войны. Я считаю, что это нормально, но прекратить заявки пришлось, потому что мы все-таки рассчитывали изначально, когда планировали акцию, что примерно вот мы выйдем на 1000 портретов, и пропускная способность в компании фотосервис, она не предполагала большего количества. На следующий год мы, конечно, учтем
эти все недоработки наши и предоставим возможность большему количеству людей участвовать в акции. Спасибо. Это был координатор акции «Бессмертный полк» по городу Северодвинску Андрей Зайцев. Отжались 25 568 раз за каждый прожитый мирный день с момента окончания войны. Город Корабелов присоединился к международной акции «Рекорд Победы». Пришли не только физически подготовленные люди. «Рекорд Победы» состоялся на центральной площади и продлился 2,5 часа. Северодвинцы план перевыполнили. Во время акции «Рекорд Победы» отжались не 25 568 раз, а на 373 больше. «Рекорд Победы» – акция международная. Ее смысл – отжаться за каждый мирно прожитый день после войны. Она более масштабная, да, в плане даже по всей стране. В этом году больше 153 последний раз я видела, что пунктов, да, городов. При том, что это не только Россия, но Украина, Беларусь, Казахстан. С участников будут тысячи и тысячи людей. Северодвинская акция проходит второй раз. И, конечно, она проходит более в таком боевом режиме, быстрее, активнее, веселее. Мероприятие как символ единства духа. Цель – доказать, что новое поколение также может объединяться для выполнения задач. Как наши предки для победы. Участвовали все – мужчины, женщины. Активно отжимались и юные горожане. Стеснения не было. Ну да, тут вон сколько народу собралось. Вместе, дружно, все со спортом. Все очень здорово, понравилось. Отжались и внесли свой вклад в это. Отжимались в свободной форме, в любое время и в любом порядке. Количество никто не проверял. Результат строился исключительно на доверии. Сколько раз сегодня отжались? В сумме или всего? В сумме. Ну, раз 500, наверное, уже. Сколько раз сегодня отжались в сумме? В этом году. Вот именно сейчас? Ну, на раз где-то 350. А вы сколько отжались? Раз 150. Ой, сбился со счета, так много отжимался, вот заотжимался. Рекорд установили, мышцы укрепили, акция «Рекорд Победы» собрала всех приверженцев здорового образа жизни. Их набралось 160 человек. Анна Бибикова, Вера Белогородская, Семен Самигулин, Вестник Северодвинска. С 8 мая первый городской круглосуточный телеканал ГТРК смотрите на 12 кнопке. Канал «Звезда» переместится на 11 канал в сетях «Янит Телеком» и на 16 в сетях МТС. Смотрите нас и все узнаете первыми. День Победы над фашистской Германией отмечается два дня, 8 и 9 мая. Это связано с тем, что акт о капитуляции Германии в 1945 году подписывали дважды. 7 мая во французском городе Реймс, о чем было официально объявлено в Европе и США 8 мая. И 8 мая в пригороде Берлина, о чем в СССР объявили 9 мая. Поэтому мы День Победы празднуем сегодня. Какой погодой порадует день завтрашний? Вера Белогородская. Прогулкам на свежем воздухе погода будет располагать все праздничные выходные. Здравствуйте! Подробнее о метеопрогнозах расскажу после коротких анонсов. Далее в выпуске. Форма 40-х, боевая техника и исторические экскурсии в военный городок превратили сквер ветеранов. Вальс в исполнении ветеранов. Праздновать продолжили на площадке у универмага. Преодолели 42 километра. Финишировал марафон Архангельск-Северодвинск. На выходные расскажет Небесная канцелярия. 10 мая, по данным Гисметео, Северодвинске ночью ожидается плюс 5 градусов, днем потеплеет до 14. Утром ясно, днем облачно. Возможен небольшой дождь. Ветер южных направлений слабый, до 4 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет расти и к вечеру составит 764 миллиметра ртутного столба. 11 мая будет также тепло. Днем до плюс 15 градусов, ясно, без осадков. Ветер южный, слабый, до 4 метров в секунду. В праздничные дни отложите все проблемы до рабочих будней. Хорошенько выспитесь, погуляйте на свежем воздухе, уделите время семье и близким. Приятного вечера и победного настроения! Увидимся! Thank you.
Дорогие ветераны, гости и жители нашего города, Северодвинский завод строительных материалов поздравляет вас с праздником Великой Победы! Здоровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни! Мира вам и вашей семье! Черное – это не отсутствие белого. Северодвинск молоко. Покупайте с удовольствием! Северодвинская пекарня «Снайт» поздравляет северодвинцев с Днем Великой Победы! Северодвинская пекарня «Снайт» выпекает хлеб по старинным технологиям. На закваске, без хлебопекарных дрожжей, а главное – на каменном поду. Хлеб «Снайт» – энергия природы. Оптика «Фармация» поздравляет с Днем Великой Победы. Консультация окулиста, подбор очков, контактные линзы, аппаратное лечение. Приглашаем в салоны оптики «Фармация», Приморский бульвар 24 и проспект Морской 35. Оптика «Фармация» – ваше здоровье, наша забота. Носки от 29 рублей, подушки от 300 рублей. На Ивановской текстильной ярмарке с 11 по 13 мая в НТЦ «Звездочка» на острове Якры. Немало народа сегодня посетило и сквер ветеранов. Там работали несколько ретро-площадок. Можно было посмотреть ретро-автомобили, сделать бесплатное фото в военной экипировке. Бесплатно предлагали и кашу. А вот были ли фронтовые 100 грамм? Вера Белогородская. Фронтовыми 100 граммами сегодня не угощают, зато каждой порции полагается стаканчик горячего чая. В День Победы для горожан открыта полевая кухня. Всем желающим предлагают отведать настоящей солдатской гречневой каши, приготовленной в КП-130-11. Организаторы говорят, порции большие, а к каше полагаются мясные консервы. Поэтому голодным не останется никто, даже несмотря на такую большую очередь. Сколько полагается? Каждому. Целая тарелка. От души, чтоб наелись. Как вам сегодняшняя полевая кухня? Замечательно. Одна беда, ложки-то кончились. Каша очень вкусная, подручными средствами, как на фронте. Кушать. Так что девчонки такой, они согласились, и бабушке подошло. Попробовав такую кухню, именно эту кашу, переносишься мысленно в те времена. Тяжелые и суровые. Очень вкусно. А это брезентовая палатка, еще одна ретро-площадка от военно-исторического клуба «Северная Двина». Здесь можно примерить военную форму и на память сделать фотографию. Что ты почувствовала, когда на тебя надели военную форму? Как будто бы я сама воевала. А что ты можешь сказать про эту одежду, когда ты ее надела? Ну, она военная и очень старая. На нашей площадке горожане смогут ознакомиться с боевой техникой, которая участвовала в Великой Отечественной войне, смогут увидеть форму, в которой принимали участие наши деды и прадеды, смогут увидеть оружие, которым воевали. А вот еще одна тематическая площадка в сквере ветеранов. Это выставка ретро-автомобилей. Именно здесь можно прикоснуться к боевой технике времен Великой Отечественной войны. Вот этот грузовик ЗИС-5, он основной, который выпускала советская промышленность. На нем перевозили все, от бойцов до продуктов. Сейчас он в рабочем состоянии и приехал сюда своим ходом. Это легендарная полуторка. Автомобиль ГАЗ-ММ, практически основной автомобиль Красной Армии, особенно в начальный период Великой Отечественной войны. Ну и потом, автомобиль универсальный, перевозил все, все. Это автомобиль ГАЗ-67Б, начал выпускаться с 43-го года, то есть участвовал только в последних боях. Выпускался до 53-го года, во время войны, то есть, ну, использовались как тягач маленький для пушки, для 45-ки. Организовали в День Победы и бесплатные экскурсии. На них жители Северодвинска узнали больше о роли города Корабелов в Великой Отечественной войне. На эти бетонные основания были поставлены 152-миллиметровые орудия береговой морской батареи. Понравилось. Атмосфера праздника. Что тепло, что с ветеранами сфотографировался. Сегодня в сквере ветеранов можно полностью прочувствовать дух военного времени. Но война здесь представлена не только глазами взрослых, но и глазами детей. Вот это их рисунки. Именно так они видят 40-е годы. Вера Белогородская, Родион Саханько, Вестник Северодвинска.
Участников Великой Отечественной войны в нашем городе осталось 235 человек. Многие из парада отправились домой. Но есть и такие, кто в праздник Победы пытается посетить как можно больше мероприятий. С одним из них побеседовала моя коллега Вера Белгородская. Мы сейчас находимся в сквере ветеранов. Рядом со мной ветеран труда Пузырева Нина Александровна. Ей 83 года, и она видела войну своими глазами. Нина Александровна, расскажите, пожалуйста, что для вас война, да, что вы видели? Видела начало, конечно, как началась война. Конечно, было очень страшно. Правда, мы там в Вологодской области не было войны, но уже самолеты начинали вот до Вологды уже летать. Сразу нам маскировали, все окна закрывали. Ну, когда провожали, все плакали. Вот, как я сейчас помню, женщины плачут, ну, мужчины, как говоря, собираются на этот. А что для вас сегодняшний юбилей Победы, 70 лет, все-таки вы... Ну, хорошо, что дожили. Вот так. Самое главное, вот, быть, говоря, еще можно, как говоря, на своих ногах и все. Юбилей, конечно, очень приятный. Я очень помню хорошо, как кончилась война. Тогда был солнечный, ясный день. Все, конечно, мы тогда были учениками, учились в школе, отменили нас занятия, пошли веселиться там. И, ну вот я могу сказать, что у меня дядя ушел добровольцем и погиб в Ленинграде во время блокады. Бабушка у него, мать была ей 70 лет. Я вот когда пришла и сказала, что кончилась война, она даже упала на этот, на пол. И, в общем. Вот вы сказали, что сегодня вы посмотрели очень много, да, в Северодвинске. Да. Пробовали даже солдатскую кашу. Что еще понравилось? Ну, понравилось, например, как организовано. Все было хорошо организовано. И этот самый хорошо, что и эти... Особенно мне понравилась вот эта колонна бессмертия. Вот. Очень, это первый раз, конечно, я вот вижу это. Мне очень это понравилось. Ну, так хорошо. Смотрю, люди гуляют, веселые. К нам, к ветеранам подходят, поздравляют, цветы дарят. Так что за все спасибо. Конечно. Спасибо, Нина Александровна. С праздником вас. Спасибо. На большой открытке каждый желающий оставляет слова благодарности ветеранам около центрального универмага. Продолжается акция «Спасибо, что мы есть». Ветеранам предлагают сделать снимки на память в полевой фотостудии и попробовать полевую кухню. На площадке у ЦУМа работает Ксения Кабанова. Под мелодию «День Победы» в исполнении детского духового оркестра ветераны начинают петь и танцевать. Сдержать улыбку и слезы многим не удается. Неравнодушные горожане и сотрудники универмага дарят цветы детям и ветеранам войны. Говорят спасибо. Более 30 ветеранов и 300 северодвинцев приняли участие в праздничной программе «70 лет мира». Сегодня у меня с утра такое было хорошее настроение. Парад посмотрели, наплакалась от души. Да. От души наплакалась, а потом сюда пришла, кашу поела, вспомнила всех, пошла танцевать, натанцевалась от души, еще буду танцевать, еще в парк пойду танцевать. Господи, надо же дожить до стольких лет, много ведь нам, да? Ну дай Бог, что нам не жить тихо, спокойно, кормят, поят, ухаживают. А я радуюсь, сижу, что я осталась жива. Меня успели вывести из Ленинграда, когда кольцо еще не сомкнулось. Вот. Перед сценой несколько площадок. Малыши учатся делать своими руками фронтовое письмо, а их родители пишут пожелания для ветеранов. Большую открытку поместят на первом этаже центрального универмага. Электронные поздравления можно будет посмотреть на сайте центральной библиотеки. Всего за полчаса эта большая открытка наполнилась множеством поздравлений. Любой северодвинец может написать слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны. Наша телекомпания присоединяется ко всем поздравлениям и говорит спасибо за мирное небо над головой. Золотой, золотой, золотой рассвет плывет.
Также можно сделать снимок в полевых условиях. Каска, граната и автомат. Желающих побыть минуту на войне много. По словам ветеранам, солнечная погода радует, и они могут насладиться концертом. Стоять сложно, многие устроились на скамеечке. От 100 граммов фронтовой каши и сладкого чая многие отказываются, оставили молодому поколению. Очередь за едой большая, но ветераны в ней всегда первые. Ксения Кабанова, Родион Саханько, Вестник Северодвинска. Как вспоминают о победе северодвинские школьники, покажут 70 детских рисунков. Выставка-конкурс продлится 2 дня, 9 и 10 мая. Выбрать победителя приглашают и горожан. Итоги подведут через 2 недели. Лучшие получат сертификаты на приобретение электронного оборудования. На выставку детских рисунков Карина пришла сегодня не только как автор. Побывала в роли судьи, проголосовала за понравившийся рисунок. Чтобы все было честно, имен на рисунках нет, работы пронумерованы. Ну, что лечат, забыла, как называют, медик на войне. Очень понравилось. Ну, все в этом рисунке, ну, что там ограда и бомба так красиво нарисована, очень красиво. Скажи, за какой рисунок ты проголосовала и почему? За Каренин, потому что очень отлично получилось. Солдат спасает девочку. Ученики младших классов 15 школ города, а это с 1 по 4, выставили на суд северодвинцев 70 работ. В рисунках дети отразили свое видение событий Великой Отечественной войны. Большинство из них о дне победы. Меня очень порадовало активность жителей нашего города и то, как они вообще относились к этой акции. Очень активно голосовали, сегодня все были такие в хорошем расположении духа, добродушные, с удовольствием принимали участие. Все желающие могут проголосовать за детские работы 10 мая с 12 до 15 часов по адресу Карла Маркса, дом 1. Итоги подведут через 2 недели. Победители получат сертификаты на приобретение компьютерного оборудования, а посетители – частичку детской теплоты. Ольга Савинова, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска. Вестник Северодвинска о спорте. Первыми сегодня почли память павших воинов-велосипедисты. Они организовали пробег от огня к огню, от вечного огня в Северодвинске к вечному огню в Архангельске. Их провожал Константин Мухин. Спонсор рубрики – Северодвинский торговый центр. Велосипед – это, пожалуй, одно из лучших изобретений человечества. Вы знаете, что еще во время Первой мировой его использовали в военных целях. На него устанавливали пулеметы, автоматы. У Германии было 100 тысяч велобойцов. Но сегодня для этих 70 ребят велосипед – это мирный транспорт. Третий велопробег «От огня к огню» собрал рекордное количество участников. Очень знаменательно, что в 70-летие Великой Победы велосипедистов собралось 70. У памятника ратному подвигу северодвинцев собрались разные поколения спортсменов, но всех их объединила любовь к велоспорту. Приехали и гости из Архангельска. Сегодня встал в 5 утра, в 5:50 у нас был сбор на железнодорожном мосту в городе Архангельске. И сюда группой в 16 человек мы приехали для того, чтобы поучаствовать в велопробеге «От огня к огню». В 9 утра поедем в Архангельск. Эта акция не преследует соревновательных целей. Во время пробега не надо показывать свои спортивные кондиции. Колонна будет двигаться с оптимальной скоростью, чтобы и неподготовленные люди смогли доехать до вечного огня, Поморья и возложить цветы. Что это для вас в День Великой Победы проехать от вечного огня к вечному огню? Ну, это, конечно, память. Победе 9 мая, 70 лет, в этот великий день, в этот праздник. Вот, мы тоже поддерживаем этот день и, скажем так, привлекаем молодежь, чтобы она тоже помнила этот великий день и таким вот здоровым образом жизни, скажем, на велосипеде. Набережную Северной Двины велопарад достигнет через 3 часа. Кому хватит сил, вернуться обратно своим ходом. Новички будут добираться общественным транспортом. Константин Мухин, Родион Саханько, Вестник Северодвинска. Сегодня в 42-й раз состоялся марафонский пробег, посвященный Дню Победы. С десяток выносливых спортсменов стартовали в Архангельске и финишировали в Северодвинске. На площади Победы их встречала наша съемочная группа. 42 года назад марафон «Архангельск-Северодвинск» в честь Дня Великой Победы преодолели 3 спортсмена. Сегодня, в день 70-летия, тяжелейшие 42 километра пробежали 13 марафонцев. Николай Лобанов – абсолютный рекордсмен по числу участия в легкоатлетическом забеге. Город Северодвинск, Силмаш, финишировал 29-й раз. Аплодисменты, пожалуйста. Город Северодвинск, Силмаш, финишировал 24-й раз, главный судья соревнований.
На 5 раз меньше финишную черту преодолел главный судья забега Василий Прудников. Откуда вы брали старт? Старт берется у нас традиционно, за 42 года тут уже все так отработано. Есть на развилке, вот над развилкой М8, столб 0. Встретили, может, велосипедистов по пути? Да, встретили. Мы встречаем их уже второй раз. Встретила огромная компания. Бурно их сегодня очень много. Бурно приветствовали нас. На финише победитель не выявляется, но есть у марафона 3-километровый отрезок. С 32 по 35 километр легкоатлеты разыгрывают места на пьедестале. Абсолютно лучший результат, несмотря на усталость, показал врач из города Корабелов Евгений Масько. Время победителя 9 минут и 52 секунды. Марафон я бегаю уже в 3-й раз. Бежал сегодня очень хорошо, погода сегодня замечательная. Плюс хороший коллектив, это самое главное. В целом весь пробег пошел очень хорошо. Что для вас 9 мая? Ну, 9 мая, прежде всего, это день памяти за великий подвиг нашего народа. Подвиг совершили и сами спортсмены. Не каждый отважится преодолеть 42 километра. География участников с каждым годом только растет. Будем надеяться, что и количество легкоатлетов будет расти. Константин Мухин, Семен Самигулин, Вестник Северодвинска. Здоровья вам, счастья и мирного неба над головой! С Днем Победы! На сегодня это все новости, но не переключайтесь. Сразу после Вестника Северодвинска смотрите повтор Парада Победы на главной площади города. Спасибо, что были с нами. С праздником Великой Победы! До свидания! Химчистка «Белоснежка» поздравляет всех с праздником Великой Победы. С 1 по 18 мая для ветеранов услуги химчистки бесплатно. Для жителей города скидка 15%. Телефон 55 11 04. Не разводи костры в траве, не оставляй горящий огонь без присмотра. Тщательно туши окурки и горелые спички перед тем, как выбросить их. Отдел гражданской защиты администрации Северодвинска. Телефон 58 34 54. Дорогие наши ветераны и жители города, Северодвинский мясокомбинат поздравляет вас с великим праздником – Днем Победы и желает счастья, крепкого здоровья, успехов, радостных моментов и любви. Мы всегда рады видеть вас в наших магазинах. Белорусская ярмарка. Рынок на вертолетке с 8 по 11 мая. Широкий ассортимент белорусских продовольственных и промышленных товаров. Ждем вас с 10 до 20 часов. Управляй деньгами, а не служи им. Реклама на канале ГТРК 58-30-60. Воскресенье 10 мая в Северодвинске ожидается ветер южный, вечером сменится на западный, умеренный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет расти и к вечеру составит 764 миллиметра ртутного столба. Ветер южных направлений слабый до 4 метров в секунду. Утром ясно, днем облачно. Возможен небольшой дождь. Температура ночью плюс 5-7, днем от 12 до 14 градусов выше нуля.